Курсанты, которые несут вахту у монумента славы, вернулись со слета из Белоруссии. 7 школьников поучаствовали в памятной церемонии у вечного огня в Брестской крепости. Сегодня их торжественно встречали в Новосибирске. Долго добивались, несколько лет, чтобы вот такая акция состоялась, чтобы такая поездка состоялась. Потому что ребята увидели очень много нового, они прикоснулись к истории, они прикоснулись к именам героев, которые защищали нашу страну, нашу землю, и приняли первый, самый тяжелейший удар в 1941 году, в ночь на 22 июня. Слет приурочили к годовщине начала Великой Отечественной войны. На него приехали курсанты из разных городов. В Новосибирске устроили строгий отбор. В делегацию включили лучших. В ночь на 22 июня в Брестской крепости они увидели историческую реконструкцию событий 1941 года. А на площади перед Вечным огнем прозвучал реквием Моцарта. В это же время другая делегация из Новосибирска побывала в Томске на региональном сборе. Две наши команды заняли второе и третье места. Люди могут познакомиться с теми, кто разделяет их взгляды. Ну, то, что кому-то тоже нравятся патриотические клубы из других городов, можно много знакомых. И это для кого-то это будет шансом посмотреть другую страну или другой город. У кого нет возможности самому съездить, можно так вот поступить в какой-то клуб, очень долго ходить, показать себя хорошо на отборочных. И тебя отправят куда-нибудь. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.